Для русского человека баня – уникальное место отдыха. Она и укрепляет здоровье, и расслабляет. Сегодня мы находимся на объекте необычном. Эта баня построена не из дерева, а из кирпича. Такой тип строительства бань сейчас все больше популярен. Наша задача – узнать, с помощью какого уникального утеплителя мы достигнем эффекта настоящей русской бани. Изначально у меня было несколько вариантов. Каркасная, деревянная, бревенчатая, либо кирпичная. И проанализировав несколько вариантов, я остановился все-таки на кирпичной, так как внутри кирпичной бани создается тепловая прослойка, напоминающая бытовой термос. Во-вторых, это все-таки более пожаробезопасно в условиях городской застройки. Такая баня нуждается в надежном и долговечном утеплении, которое можно сделать своими руками за несколько простых шагов. Для создания настоящего банного пара мы будем применять высокотехнологичный утеплитель Logic Pyr от компании Технониколь. Я достаточно много изучал эту тему на просторах интернета, вот стал сталкиваться с различными видами утеплителей и остановился именно на этом Logic Pyr. Для бани что самое главное? Это держать температуру и парить. Вот этот утеплитель как раз это и делает. И технические специалисты подтвердили мои предпочтения. С нами на объекте технический специалист компании «Технониколь». И у него мы прежде всего спросим, в чем особенность и уникальность этого утеплителя под названием Logic Pyr. Юля, это настоящий сэндвич. Он имеет с двух сторон фольгированные облицовки и газонаполненную вспененную сердцевину. Поэтому Logic Pyr имеет крайне низкий коэффициент теплопроводности и относится к классу отражательной теплоизоляции, то есть уникальным образом сохраняет тепло и пар внутри помещения, при этом сам не впитывает влагу. Вопрос безопасности интересовал нас в первую очередь. В Институте химии растворов Российской академии наук на молекулярном уровне подтвердили, что в условиях бани нет никаких токсических выделений, и материал на 100% безопасен. Данные испытания проводились в Институте химии растворов РАМН. С использованием высокоточного оборудования они подтвердили, какие-либо вредные химические выделения на молекулярном уровне в тепловлажностных условиях бани, саун отсутствуют. Помимо вот этих испытаний в Институте химии РАМН, какие-то сертификационные свойства проходил ваш материал? Как вы его еще испытывали? Какие еще есть документы у него? Материал полностью соответствует требованиям ГОСТ-Р на отражающую теплоизоляцию. Этот эффект позволяет экономить энергоресурсы и снижать теплопотери. Этот эффект установлен специалистами инженерно-технического центра компании «Технониколь» с помощью количественного расчета, который выполнен согласно требованиям национального стандарта Российской Федерации. К тому же зарубежный опыт, в том числе финнов, показывает, что современная баня нуждается именно в таком надежном и долговечном утеплении со сроком службы более 50 лет. После подробной технической информации о материале Logic Pyr берем его в работу, берем его в руки и приступаем к монтажу. Но сначала узнаем, какие материалы нам для этого понадобятся. Утеплитель Logic Pyr, баня толщиной 50 мм. Клей пена Logic Pyr. Фольгированный скотч шириной 50 мм. Лента ПВХ от Технониколь шириной 220 мм. Эпоксидный клей для ее приклейки и крепеж для фиксации утеплителя и деревянных реек. Итак, первый этап подготовительный. Мы очищаем основание от мусора и выравниваем его. Очень важно, чтобы основание было крепким, сухим и, что самое главное для итогового результата, ровным. На втором этапе прикрепляем плиты утеплителя к стенам с помощью специального клеевого состава Logic Pyr клей пена. Мы не повреждаем плиты утеплителя механическим крепежом и сохраняем целостность теплового контура. Труднодоступные места для монтажа запениваются составом Logic Pyr клей пена. Потолочный утеплитель монтируем на саморезы, так как для деревянного основания этот способ крепления подходит больше всего. Мы смонтировали Logic Pyr баня по стенам и потолку сплошным теплоизоляционным слоем. Основным преимуществом такого монтажа является отсутствие тщательной подгонки под деревянную обрешетку. Стыки плит проклеиваем алюминиевой лентой и получаем непрерывный и герметичный паронепроницаемый слой, который надежно предохраняет всю конструкцию от увлажнения. Места установки крепежей также герметизируем кусочками скотча.
По всему периметру примыкания утеплителя к полу приклеиваем на эпоксидный клей эластичную гидроизоляционную ПВХ-ленту «Технониколь», чтобы избежать проникновения влаги. Прошло всего 2 дня, а монтаж стен и потолка утеплителем Logic Pier этой бани завершен. Узнаем мнение специалиста компании и хозяина бани. Итак, утеплитель смонтирован, под конструкцией на месте. После монтажа декоративной финишной отделки из евровагонки мы получим энергоэффективную, пожаробезопасную и, конечно же, долговечную систему. Важно, что долговечность утеплителя Logic Pier в разы превышает аналоги. И еще хозяин сам справился с монтажом, приятно сэкономив на работе. Это на самом деле оказалось достаточно просто. Никаких сложностей не возникло. Своими руками можно полностью утеплить баню изнутри.